Старые проблемы, новые решения. Во вторник прошло заседание Совета ректоров ивановских вузов. Участие в обсуждении насущных проблем принял и губернатор Павел Коньков. Один из самых важных вопросов – это сокращение числа студентов высших учебных заведений. В современных вузах сейчас предлагают более 240 образовательных программ, но желающих их освоить все меньше. Как следствие, возникают проблемы невостребованности преподавательских кадров и учебных площадей. Реализация талантов молодых ивановцев сейчас является приоритетным направлением работы. Для этого планируется открытие профильных 10-х и 11-х классов на базе вузов. За счет этого, полагают руководители, получится также разгрузить школы. Это вот беспроигрышное решение. Мы одновременно будем отбирать талантливых школьников, потому что это будут профильные классы по разным направлениям, естественно, в разных вузах. Мы поможем органам народного образования, мы поможем нашим педагогам.